Всем привет! Итак, это видео мы снимаем для тех, кто не знает, чем заняться дома на карантине. Мы с Дотей будем садить помидорчики, огурчики. У нас есть такая клумба, вот, показывай. Мы уже ее подготовили, земельку я удобрил. Все уже здесь подготовил, один помидорчик посадил. Сейчас продолжим садить, еще у меня здесь будет один, два, три. Еще три помидора мы садим. И дальше будем садить огурчики. Ну вот, временно. Займемся этим вопросом, да? Так. Подготовили мы здесь уже маленькие ямочки. Берем вот так вот. Заранее уже была пророчена рассада. Оп, вот так вот я вынимаю. Сажу вот его сюда. Теперь мы вот так вот аккуратненько. Все это делаем. Оп, вот так вот прижимаем. Все быстро у нас происходит. Там мы делаем чуть больше ямочку, потому что у нас чуть больше горшочек. Так, а что ты так снимаешь, так чтобы было все? У нас всех видно. Видно, да? А как меня видно? Меня видно или только руки мои? Ага. Ямку. Ну, ямку понятно, а все остальное это ямку, я же понял. Так, берем еще один помидорчик. Достаем мою малюточку. Вот так вот делаем. Раз. Так же самое уже ставим его сюда. Оп. Это просто заранее уже подготовленная рассада. Оп. Так же прижимаем. Потом еще подъем. Вот так, мои хорошие. И останется у нас, это заранее уже было все подготовлено, останется у нас еще один. Вот здесь мы его будем садить. Вот так. Последний. Последний помидорчик достает. Так же самое. Раз. Вот такой. Раз. Сейчас чуть-чуть углублю. Под него я мусечку. Вот, мои хорошие. Мои хорошие, растите, мои зайчики. Оп. Все, есть помидорчики. Мы посадили. Будут они у нас иметь вот такой вот вид. Вот расти. У нас здесь вот эти вот 4 кустика. Между ними сейчас будем садить огурчики. Все, помидорчики. Готово. На этом временно. Спасибо. Продолжим в следующей части видео. Сейчас я подготовлю, мы будем садить моей дочке огород. Он у нее на подоконнике. Тут мы садим еще сейчас огурчик. Я все подготовлю и продолжим видео в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Не болейте, будьте здоровы!